Приветствую, друзья, с вами канал Волк War Games, это военный игрок с Волком. Сегодня у нас на канале третья серия игры The Trop, решение тактических задач в режиме история, посвященной операции День Д. Значит, мы с вами одолели за предыдущие две серии четыре первые миссии, и сегодня мы с вами продолжаем. Я намерен еще две сегодня показать. Значит, первая миссия у нас будет называться «Они идут», и вторая миссия – это «Непрошенные гости». Вот. Значит, миссии сложные. Вот эту я вообще понятия не имею, как проходить, чтобы в ней можно было победить. Вот. А здесь у нас много зависит от удачи. Значит, одна миссия играем за танкистов, вторая миссия за десантников. Значит, фабула у нас, концепция немножко меняется, потому что я тут просмотрел участников по всем сценариям, и не знаю, почему-то мне раньше казалось, что там есть немцы, есть американцы, канадцы. Нет, все у нас за англичан, поэтому мы с вами играем за, в общем, британскую бригаду. Вот, поэтому, ну и десантники тут, которые были выброшены накануне, нам попадают в подчинение в нашем секторе, поэтому еще десантники у нас задействуются периодически. Так, ну давайте идем с вами вот в эту миссию. Так, нам предстоит здесь сделать, ну сейчас надпись я переведу, значит, день Д по-прежнему 16:30 по времени. Ready to engage the enemy tanks. You have a pair of self-propelled guns at your disposal to help even the odds. Итак, значит, сейчас я переведу эти надписи. Называется миссия «Они идут» или «Вот они идут». Ну, «Они идут» красивее. Первая встреча с легендарными танками. Единственная имеющаяся в наличии танковая дивизия посылает свои танки, чтобы отбросить захватчиков обратно в море. Ну, имеется в виду, что немецкая танковая дивизия. Но британцы на своем пути готовы. Точнее, на их пути, естественно. Значит, здесь написано в этом окне: «Разверните свои силы, готовы вступить в бой с приближающимися танками противника. В вашем распоряжении пара самоходных орудий, которые помогут уравнять шансы». Так, это первая миссия, в которой нам с вами доверяют самостоятельно расставиться. В общем, распределить силы не фиксировано, а по усмотрению. Значит, в этом информационном сообщении нас ориентируют по видимости для ведения огня. То есть у нас оптимально синие гексы. Это значит, у нас даже сейчас можно дословно зачитать. Так, если я не закрыл. А нет, уже закрыл. Ну, в общем, смысл в том, что синие гексы, если мы видим перед собой, то это оптимально для ведения огня. Вот, если мы с вами видим фиолетовые гексы, то это означает, что между нашим там огневым средством и противником имеется какая-то преграда, но стрелять можно, единственное, что будут накладываться штрафы по видимости. То есть, ну, в данном случае у нас растительность всякая присутствует на карте. Вот, то есть она типа будет мешать. Так, и, соответственно, где не подсвечено, то там мертвые зоны, мы с вами туда огонь вести не можем никак вообще. Если... Итак, значит, на эту миссию нам выдано три танка Sherman Mark III. Вот они первоначально расположены здесь. И два самоходных орудия М10. Ну, вот такие вот узнаваемые, с открытой башней. Вот, под которые немцы пытались там в бригаде Скорцени закамуфлировать свои... Пантеры превратить под них. Закамуфлировать. Так, значит, нам разрешается изменить место дислокации. Да, и еще здесь у нас неизменяемый по положению наблюдательный пункт имеется в этом доме. Значит, по умолчанию в правилах я прочитал, что пехота всегда в двухэтажном доме сидит на втором этаже. То есть они сидят на втором этаже и просматривают, ну, в общем, наблюдатели, 4 человека. Значит, всего у нас здесь участвует в этом сценарии экипажа Шерманов 15 человек, по 5 в каждом, и в М10 тоже экипажи по 5 человек. Итого у нас получается
3 танка, 2 самоходных орудия, экипажи 25 человек в общей численностью и 4 наблюдателя. Всего, то есть у нас на карте наших 29 человек находится. Итак, значит, что мы с вами делаем? Что мы с вами делаем? Ну, во-первых, так, самоходки. Yes, sir. Так, релокация. Значит, давайте мы, наверное, поступим следующим образом. Значит, танки противника будут находиться вот перед нами, в этих секторах. Поэтому давайте мы сделаем так. Одну самоходку мы с вами поставим вот сюда. Так, мы поставим вот сюда. Так, можно еще повернуть. Ну, тут непонятно, какого-то такого ромбика. Ну, так, наверное, все-таки. Лобовую броню бы не подставлять. Так, вторая самоходка у нас находится с вами вот здесь, за углом. Ну, наверное, ее оставим здесь. Да, Шерманы. Один находится у нас вот здесь. Так, его если изменять, ну, наверное, смысла нет. Здесь его деревья прикрывают, здесь он дорогу контролирует. Так, второй Шерман у нас даже еще не подъехал. Вот его, конечно, естественно, мы с вами передвинем. Так, его мы с вами передвинем, наверное, я, знаете, куда? Так, его мы с вами передвинем, наверное, вот сюда. Так, повернем. Повернем. И он, типа, у нас будет стоять в засаде. Yes, sir. Так, то есть эта самоходка у нас перекрывает вот это пространство, это Шерман, вот это все пространство. И, блин, это большое пространство лучше перекрывать самоходкой, на самом деле. По логике. Ну-ка, а вот если вот эту забрать... А, стоп, у нас здесь танк есть, да? Так, а если ее забрать... Здесь открытое место просто получается. Да. То есть противник нас быстро обнаружит. Так, ладно, тогда отбой. Receiving. Так, вот этот танк мы точно должны перебросить куда-то. Куда-то. Так. Ну, визуально-то, в принципе, как бы спрятались. Так, вот здесь не совсем, правда, спрятались. Еще один стоит у нас здесь за углом. И один танк здесь. Так, ну давайте попробуем, что из этого сейчас выйдет. Начинаем. Так, и мы видим перед собой на дороге немецкий танк. Четверка. Экранированная, одного экрана нет. Так, идет он боком к нам. Что означает, что у нас... Так, короче, немцы нас не видят, я так понимаю, идут в закрытом виде, то есть те самые. И мы, соответственно, можем результативно их поразить. Так, давайте сделаем вот что. Reporting. Ну-ка, открываем люки. Короче, в правилах я вычитал, что Receiving. При открытых люках, потому что я уж не знаю почему, но огонь типа точнее гораздо. Yes, sir. Там складываются какие-то эффекты, видимо, от наблюдения визуального. И вроде как... А для самоходок у них люки, ну, люков нет, то есть они вроде как считаются по умолчанию, что открыто. Так, наблюдатели никуда трогать не будем. Значит, давайте, знаете, что сделаем? Давайте попробуем сейчас мы пропустить ход, посмотрим, что из этого получится. Немцы обнаружат нас или нет? Так, любой выстрел нас демаскирует тут же. Так, едет к нам. Перехват, да, видите, согласимся с перехватом 50% или нет? 50%. Вот тут неизвестно, понимаете? Сейчас мы не видим. Первый выстрел нас, естественно, обнаруживает. 50%, ну давайте не будем сохраняться. А вот тебе, пожалуйста. Все, нас рассекретили. Заметили танк, который стоит у нас здесь, находится. И здесь тоже обнаружен.
Так, ну-ка, проверяем. Вступаем в бой, других вариантов у нас нет. Эх, мы тут не видим нифига. Как раз вот в этом секторе и не наблюдаем противника. Так, тогда стрелять будем вот этими танками. 70% вероятности попадания. Огонь. 80% подавления. Короче, сильно их там как-то контузило. То есть вроде как они должны сильно быть пришибленные. Так, здесь мы с вами... Здесь мы с вами. Так, ну сюда навестись, понятное дело, мы не можем. Так, не можем. Давайте-ка, наверное, сейчас мы... А, тут у нас под зеленку можно уйти. Типа, она должна тоже там скрасть некоторое количество очков в прицеливании противника. Так, дальше. Танк, который стоит у нас здесь. Причем тоже обратите внимание, он открыт. То есть, открыт. Вероятность попадания какая у нас с вами по нему? Все 18%. Нет, не стреляем. Так, а здесь у нас что? Опа! Офигеть, замечательно. Так, и чё? Что-то мы с вами потеряли очки прицеливания все тут же. Куда-то они делись. Так, я так мыслю, что, наверное, нужно отъезжать будет сразу. Тут все не по плану пошло. Так. А вот этот, который боком, по нему 21%. Тоже, короче, маловероятно. Ну, тут, наверное, отъезжать не будем. Так, остается у нас эта машина не стрелявшая. И этот остался, да? Ну-ка, погоди, а вот он бочину подставил, в него случайно не получится? Да ёлки-палки, нет, вот если в соседнем гексе находился, могли попасть. Причем его еще не видит никто. Так, давайте-ка, наверное, мы сейчас это... Ну-ка, вот поэтому, если сориентироваться, тоже не видим. Давайте ход передадим. Еще один. Так, сколько же едет-то, елки-палки. Так, отстрелялся из пулемета. А, пушка, значит, у него, судя по всему, да, стрелять он не может. Он двигаться, правда, может. Пулемет. Не попал, но расстояние, конечно, такое очень приличное получается. Так, и вот это обнаруженное, которое. Сейчас стрелять будет. Еще 10% подавления. Так, сейчас стреляет. Так, тоже не попал. Блин, ну я представляю, что там танкисты испытали. Так, один шпарик нам по дороге прямо. Свернул. Так, давайте-ка я сейчас это сообщение переведу, наверное, оно представляет из себя важность некую. Так, ну здесь сказано, один из подбитых танков значительно снижает ваш моральный дух, может, и, соответственно, группы. Иногда вы можете избежать этого, вызволив экипаж и переместив его в безопасное место. Ну, тут имеется в виду, да, я сегодня там мануал читал, ну, переведенный, конечно, на русский, там местами корявенько. Это смысл какой? Вот в этом танке, да, у нас с вами получается, видите, его настолько повредили, что он стрелять не может. Вот, и поэтому, соответственно, если, короче, его сожгут, то это отразится пагубно на нашем моральном настрое. Если он, как бы, стрелять не может... То есть, видите, у нас только ездить фактически может, и все. То есть, вот реверсом куда-то вот сюда, типа. То есть, чтобы не падал общий моральный дух, если машина не получается исправить ее, да, допустим, она в секторе обстрела противника находится, то тогда лучше, соответственно, экипаж оттуда высадить, типа, и убрать его. Вот. То есть, вот так вот. Так, что мы с вами имеем?
Что-то у нас как-то все бестолково, да? Так, ничего мы не обстреливаем, ничего не видим вообще. Так, и еще обратили внимание, что если маневрировать, то только короткими ходами. То есть, если более чем на 1 гекс мы с вами прокатываемся, то, соответственно, у нас теряется способность к перехвату цели. Так, ну-ка. Вот здесь подставился, ну-ка. 56%, стреляем. Ничего не получилось. Ну, естественно, если стоять целиться в противника, без, не двигаясь, то возрастают шансы на успешное поражение противника. Вот здесь 61%. Ну, что-то как-то не очень хорошо. Так, здесь мы с вами стоим. Так, вот эта самоходка у нас с вами отошла за... Ну, ничего сделать не может, да? Так. 2 очка. Два очка. Почему же у тебя интересно очков стрельбы это всего 2? Это я пока не очень понял. Так, здесь стрелять не по кому. Yes, sir. Так. А вот вообще непонятно почему. Переход хода. Так, 2 идут к нам слева. Это куда будет стрелять? Блин. Схлопотали такие попадания. Еще один. Что-то неинтересно маневрируют навстречу друг другу. Что бы это значило? Так, мы с вами, получается, кого выбили? Yes, вот этот танк выбили. Так, у него корпус поражен. Минимальный шанс. Откатываемся назад. Yes, sir. Так, а здесь у нас непонятно, да? Выехали. Выехали. Так, ротация сюда. Поворот башни. 2. Ну и стрелять нельзя. Ничего не дает. Так, здесь. 67%. Огонь. Так, попали. Попали. Одного члена экипажа в этом немецком танке нам удалось поразить. Так, и остается вот этот танк, на которого выходит у нас аж сколько? 2 или 3 вообще? Я что-то не понял. 2 как минимум. Так, ну будем стрелять отсюда. 73% должен попасть. Ты ёперный ты театр, а? Ну как так-то? Yes, sir. Ну как так-то, ну? Ну-ка, стреляю. Есть! Ну вот, попали. И that's... двоих вынесло. 70% подавления. Так, отстрелялись. Переход хода. Блин, повернулся. Что, стрелять будешь? Так, за ним еще одна машина. Промахнулся. Так. Рикошеты. И 100% подавление. Экипаж контужен. Даже покинуть машину не сможет. 2-й выстрел. Но этот промахнулся.
Это что-то куда-то заметался непонятно, отошел в сторону. Так, значит, что мы с вами имеем вообще на данный момент? Где дислоцированный, значит, этот у нас подавлен, контужен, экипаж контужен, не соображает. Значит, так, эта машина у нас с вами... Эта машина у нас отошла, тоже сейчас стрелять не может, я так понял. Так, рабочий у нас вот этот танк и вот этот танк. Два танка все рабочих. Значит, у гитлеровцев. Так, этот не может двигаться. Этот не может двигаться, этот исправен. Так, этот у нас тоже поврежден. И можно стрелять ему там, выцеливая уже боевой модуль даже. Так, а вот эти два тут исправны. Yes, sir. Так, ничего сделать не можем, даже экипаж покинуть его не может. Yes, sir. Значит, этот танк. Этот танк, этот танк, этот танк. Ну-ка, с этой позиции он... Не-не, естественно, ни в кого. Так, давай, наверное, сейчас мы... реверсом сюда. Правой. Так, и теперь сюда. Правой. Пока за кустами укрываемся. Дальше. Receiving. Здесь мы можем вынести противнику даже... Даже прицельно. Ну, ну, корпус, да, траки и башня. Еще бы вероятность показывали, что конкретно. Или это однозначно, я не знаю. Корпус, башня. Давайте по башне. Попадание. Ну и все, собственно. Один танк гитлеровский уничтожен полностью со всем экипажем. Так, но проблема в том, что он за ним идет. Следующий. Так, и у нас есть возможность стрелять то же самое, такая же ситуация. То есть можно прицельно стрелять по башне. Экраны, кстати, смотрите, разбиты. В принципе, можно стрелять и по корпусу, наверное. Давайте по башне таки. Ну, что-то не пробило. 30% подавления и все, не более. Yes, sir, sir. Так, здесь мы с вами... здесь, кстати, можно тоже... Давайте добьем тогда. По корпусу. Так, одного... двоих. Двоих убило. Двоих убило, но это точно стрелять не будет. Yes, sir, sir. Точно стрелять не будет. Так, и здесь мы стоим. Переход хода. Да. Так. Вот у того, по-моему, битая башня должна быть. Не-не-не, нифига. Стреляет. И ответная, ответная влетела. 3, 4. Все вроде. Все, весь, со всем экипажем. И тут же влетает снаряд во вторую самоходку. То есть на одном ходу нам выносит обе М10. И по Шерману. И тоже со всем экипажем. Be careful. Your force morale is dangerously low. Ну да, и мораль наша обваливается до единицы. Reporting. Так, до единицы, до единицы, до единицы. Так, давай добиваем здесь. Так, в ответ, ну, добили, добили, там последний оставался фриц, соответственно, танк готов. Yes, yes, так, а здесь мы с вами ничего не имеем. Так, двигаемся, соответственно, сюда. Так, и переход. Вылезает. Прям за кормой встал, смотрите. Еще один этот исправный полностью. Короче, здесь 3-4 танка исправных у противника. Так,
Так, что мы имеем? Нет, 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 нет. В секторе никого. Так, в секторе никого. Если сюда. Она сидит, башня повреждена, она очень медленно крутится. Так, ротация. Ротация, ротация. Можем по вот этому стрелять. Минимальный шанс. Нет смысла. Так, единственная машина, которая у нас здесь, ему подставил бок вот следующий товарищ. 58%. Стреляем. Так, попали. 20% подавления. Конец ход. Разворачивается, целится. И промахивается, однако. Так, а вот его, походу, башня тоже нифига не крутится. Потому что у него он как и едет с открытой башней. В смысле, в сторону она у него повернута. Так, здесь мы можем прицельно стрелять, да? Так, корпус, башня, траки. Давай по корпусу, наверное. Попадание. Одного немца убило, 50% подавления. Так, а здесь, здесь, и здесь, и здесь. Здесь. Но по этому можно отстреляться. 54%. И не реализовали свой шанс. Не попали. Переход. Ух ты, живучий, смотрите. Отъехал, укрылся, крутит башни. И, блин, все. Походу, мораль наша закончилась. Здесь промах. К дому подъезжаю, где наши наблюдатели сидят. И повернул таки башню. Так, единичная мораль у нас с вами осталась. Здесь оглушены. Здесь оглушены. Здесь гранату можно кинуть, слушайте. Блин, уникальный случай, пока такого не было. Гранат кидаем из дома. Давай. Но... Так себе. 10% подавления случилось у нас. Так, а этот у нас ушел. Мы его не видим вообще. Так, мы вообще, гада, не видим такого. Или видим? Что-то не понял. Погоди, погоди. Что, видим или не видим? Да нет, не, не должен, он укрылся за ним, не должен. Так, а что тогда делать? Назад откатываться? Так, реверс. Ну-ка, а вот если с реверсом назад откатиться вот сюда, мы же этот увидим, нет? Три назад. Поворот башни. 6 очков, блин, 6 очков. Вероятность 15%. Да. Не везет, так не везет. Это последний ход. Выехал. Выехал, 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 ага. И не попал. А этот? Эх. Все, добил. Добил оглушенный экипаж. Так, все, мы проиграли по этому сообщению. Сейчас, друзья, давайте мы это самое переведу надпись. Вот хорошо, кстати, написано. Ваши люди больше не могут терпеть и должны уходить. Они хорошо сражались, но не могут творить чудеса. Вы должны быть осторожнее, их судьба в ваших руках. Ну, видите, нас, видите, приучают. Хотя вот на стриме, по-моему, мы с вами
миссию эту на победу сыграли, но тем не менее. Значит, мораль, да, мораль противника мы не видим. То есть наша скатилась до минус 2, а у противника она оставалась всего на уровне 2. То есть нас от победы, вот буквально, наверное, еще один танк смогли, если выщелкнуть, да, сохранив свои 2 оставшиеся, то мы тогда могли бы и победить даже. Значит, по итогу мы с вами потеряли 20 человек убитыми. То есть это у нас экипаж Шермана, оба экипажа М10-х, оба экипажа М10-х. А в третьем у нас с вами, ну, блин, в плен, все, в полон, короче, немцы забрали. Так, а немцы потеряли своих 11 человек. То есть у них, я так понимаю, легло полностью 2 экипажа. Ну, мы сейчас увидим, кстати. Так, 2 танка они потеряли, четверки. Сейчас давайте мы ревью Battlefield. Итак, значит, что мы с вами имеем? Так, 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 значит, две наши М10-е сгорели полностью, он все догорает. Тут шансов нет абсолютно на выживание. Вторая сгорела у нас здесь. Так, то есть мы с вами сейчас, давайте, подсчитаем, да? Так, подсчитаем потери. Подсчитаем потери. Так, 2 М10. 2 М10 полностью. Значит, Шерман. Шерманы. Значит, этот у нас со всем экипажем. И вот этот вот тоже со всем экипажем. То есть 2 Шермана полностью потеряны. Так, значит, 5-5. Это 20 человек, да? 20 человек личного состава. Безвозврат получился полный. Ну и у нас первые пленные таким образом образовались, да? Потому что нас под прицелом тут сдаваться однозначно. То есть 4 человека с наблюдательного поста в плен попали. Так, ну а здесь у нас экипаж, нам ведь и не пишут, да? Но он полный экипаж. То есть 5 человек. То есть 9 человек у нас с вами в плен попало. С одним танком причем. Так. Значит, проверяем. Изначально, получается, у нас с вами было, мы считали, 29, да? 29. Ну да, все верно. 20 убитых, 9 пленных. Так, сейчас, друзья, я это в таблицу все это занесу, чтобы было интереснее играть. Сейчас пауза небольшая. Так, ну, таблица сейчас готова, сейчас ее покажу. Значит, немцы, в немцев 11 человек потеряно, 2 танка с экипажами полностью и, соответственно... Так, давайте сейчас секундочку, ревью Battlefield. Значит, сколько у них осталось-то вообще, сколько их было-то? Так, значит, этот потерян безвозвратно, этот вот остался. Остался, да, так. 2, да, было? 2. Значит, это тоже безвозврат, второй как раз сожгли. Так, это у нас, значит, это третий, это четвертый, который до нас доехал, это пятый, это шестой. То есть, по итогу, у немцев было 6 танков против 3 наших танков, 2 самоходных орудий. Ну, а вот такой вот у нас получается расклад. Значит, давайте его сейчас вызываю таблицу. Так, ну, вот так вот. После четвертого, пятая миссия, блин. Друзья, сейчас момент. Это пятая миссия. Так, сейчас момент, друзья, поправим. Иначе потом собьюсь. Все, поправил. Так, значит, друзья, 5 миссий отыграли. Счет 4-1. То есть немцы 1 очко отыграли. Значит, в этой миссии у нас потеряно 20 человек. Убито, ранено. 2 самоходные установки М10. 2 танка Шерман Марк 3. То есть трактуем, что 9 человек с одним танком попали в плен к немцам. Немцы потеряли 11 человек убитыми, ранеными. Ну, будем тут убитыми, конечно. Так, и, соответственно, 2 танка Т-4Г они потеряли безвозвратно. Итого, общие потери за 5, блин, за 5 сценариев. Блин, друзья, у меня просто шаблон надо... Шаблон набил, надо это постоянно добавлять, короче. Короче, за 5 боев 54 человека наша бригада потеряла убитыми, ранеными. 9 человек попали в плен. Значит, потеряли 3 танка, 2 самоходные артустановки, ну и вот один танк немцам достался. Немцы потеряли за все это время 61 человек убитый, раненый, пленный, ну тут все вместе. 2 танка,
одно штурмовое орудие и два противотанковых орудия. Это вот, это потери немецкой стороны. Так, сейчас, друзья, давайте мы попытаемся отыграть. Да, все, я согласен с этими, с этим результатом. Так, и сейчас у нас будет еще менее приятная миссия, которая называется «Непрошенные гости». Вот она. Давайте мы сейчас то же самое. Но это уже, кстати говоря, сейчас второй день операции. День D плюс один. То есть на военном языке это означает, что первый день, и сейчас это уже следующие сутки после него. Так, сейчас мы это дело переведем. Значит, мы с вами здесь будем десантниками управлять. Но задача еще более кислая, на самом деле. То есть, как здесь играть, я вообще не представляю. You must prevent the enemy from gaining control over either of the key locations. Так, сейчас, друзья. Что здесь нам командование сообщило? Незваные гости. Ну, непрошенные, незваные. Воздушно-десантные войска должны удержать оборону. Британские воздушно-десантные войска, высадившиеся рано утром в день Д, наконец-то получили подкрепление. Теперь они тоже должны цепляться за свои позиции перед лицом танковой дивизии, которая решила выбить их оттуда. Ну, то есть мы имеем дело с теми же частями противника, которые контратаковали. Вы должны помешать врагу получить контроль над любой из ключевых локаций. Над любой из ключевых локаций. Что-то очень интересная такая формулировка. Может быть, я эту миссию неправильно понимаю как-то. Ну, давайте, ладно, посмотрим. Так, ну, здесь нам типа настройками, настройками Overwatch. Ну, Overwatch у нас, в принципе, включен, но вероятность у него не сильно большая. Значит, в этой миссии у нас с вами имеется один танк Тетрарх десантный. Вот легкий танк. С экипажем из трех человек. Значит, дальше имеется у нас противотанковое орудие, это шестифунтовка, ну это английская сугубо, вот противотанковая пушка. Вот она у нас здесь находится с расчетом из четырех человек. Так, дальше, это у нас десантники, просто четыре человека, стрелковая группа. Еще одна такая же группа, вот здесь вот у нас в домике. Еще одна такая же группа, четыре человека. И еще одна такая же группа, тоже 4 человека. Значит, дальше имеется 2 расчета пулеметов. Легкие ручные пулеметы. Ну, Брен. Здесь расчеты по 3 человека. Здесь и здесь. Так, и у нас имеется расчет с ПИАТом, с противотанковым гранатометом. Вот. Значит, мы с вами находимся вот на такой вот карте. То есть у нас получается здесь вот двухэтажный каменный дом. За ним хозяйственный, ну, там бар какой-то тоже каменный. Значит, здесь еще один жилой дом двухэтажный. И перед ним сарай стоит. Вот. И противник у нас будет выдвигаться со стороны вот этих дорог, которые у нас находятся впереди, перед нами. Так, и мы с вами тоже имеем возможность здесь расставить свои войска. Значит, всего у нас получается Тетрарх 3 человека, орудие 4 человека, значит, 4 обычные группы пехотинцев 16 человек, 2 пулеметных расчета это 6, расчет 5 двое. Итого всего у нас под контролем 31 человек личного состава сейчас находится. Так, значит, что мы с вами тут имеем? Значит, где Тетрарх? Тетрарх находится у нас с вами здесь. Значит, его релоцировать мы можем, в принципе, куда угодно. Так, давайте-ка мы его, знаете, попробуем задействовать на фланге вообще. Вот здесь вот. Так, сейчас я его разверну. Угу. Попробуем здесь. Никогда его не ставил, может что-нибудь получится из этого. Так, дальше. Противотанковая пушка, которая стоит у нас здесь за кустами. Так, вот с ней сложно, потому что она у меня успевает сделать только, блин, один выстрел, и все, ее гасят нафиг. Вот, ее гасят нафиг. А что если попытаться противотанковую пушку поставить не туда, а допустим, для прострела дорог. Ну-ка, вот сюда, если ее поставить, что будет с этим? Не-не, погоди, ротация сюда.
Что вот так вот, если поступить? Я так не делал, потому что я пытался удержать все, и у меня получалось исключительно плохо. Так, а так мы две дороги простреливаем. Танк подъедет, тогда возьмет на себя вот это пространство. Давайте так попробуем. У нас лес, правда, остается. Так, дальше. Меня интересует расположение пулеметов главным образом. Значит, пулеметы, они находятся у нас здесь, в этом здании, на втором этаже. А вот отсюда его, наверное, нецелесообразно будет забирать. Второй пулемет находится у нас вот в этом здании, тоже на втором этаже. Я думаю, тоже нецелесообразно его отсюда будет забирать. Вот. Так, расчет с пиатом у нас сидит здесь в кустах, притаившись. Противник на данный момент его, естественно, не видит. Дальше, пехотная группа. Значит, она находится... Две находятся здесь. Вот с этими проблем у меня была. Я их пытался выводить вот сюда, виноградники. И там, короче, у нас тут мясорубка получалась, блин, не очень хорошая. Так. Ну-ка, а вас куда можно... Но только по этой. То есть вас можно, в принципе, релоцировать, попытаться вот сюда. Так, погоди. А если вот сюда... К нам. Ну, мы не добежим. То есть я бы, конечно, бы попытался вот сюда добежать. Кстати. А может быть попробовать, а? Вот сюда. Ну, тут проблема, что у противника, по-моему, ход сразу будет. Ну, давайте попробуем одну группу сюда завести, в лесочек. Так, одна группа сидит у нас вот в этом сарайчике. И, наверное, пусть она себе сидит дальше. Только единственное, ее, наверное, нужно будет... Хотя... Тогда она эту стенку не будет просматривать. Не, наверное, пусть остается. Так, значит, эта группа сидит у нас с парнями с пиатом, да? Так, а ее мы можем, в принципе, выдвинуть вот сюда вперед. Так, сюда вперед. Тогда они будут наблюдение вести. Опять-таки будут за ними следом. Опять-таки. Так, дальше. Остается здесь у нас одна тогда группа, да? Так, а ее если... Ну, если она там одна сама по себе останется, то что-то толку тоже никакого особенного, да? Так, в дома сажать... Хрен его знает, что это нам даст. Так, учитывая, что у них там все ППшник, да? Такой себе. Был бы пулемет, был бы разговор другой. Так. Ну, давайте, наверное, вот здесь пока разместимся. Или... Тут вот хрен знает, честно говоря, куда их размещать. Здесь угол не просматриваем, с другой стороны, они будут сидеть в этом углу, как бы, и все. И просидят весь бой тогда, и совершенно без толку. Может, к нам сюда? Нет. Здесь укрыться толком негде. Хотя... Хотя можно большой дом посадить. Блин, тогда у нас пулемет останется на фланге один, не прикрытый ничем. Так, ну ладно, давайте попробуем вот так сыграть. Я так ни разу не пробовал. Значит, у нас получается центр обороны будет вот здесь. Потому что здесь у нас будет пушка. Значит, вот здесь у нас фланг танк прикроет. Здесь у нас впереди пехотинцы. В доме пулемет находится. Еще одна группа. Ну вот она, блин, что-то мне кажется лишняя эта группа будет. А куда ее посадить, непонятно. Так, вот эта группа попытается у нас сразу махнуть вот сюда под деревья. Значит, здесь у нас группа с пиатом в засаде. Так, ну и здесь у нас пулемет, который, соответственно, контролирует дорогу. Давайте попробуем вот так вот сыграть. Итак, первый ход, опять же, противника, инициатива у них. Так, вот мы видим, появляются два бронетранспортера на дороге. Так, а это что там, немцы или трупы? БТР едет сюда. Второй там. Едет за ним. Они с собой пехоту везут. Так, идут в затылок друг друга. Так, по полю 5 человек пехота.
has a large number of armored vehicles. Пока все. Let them get close before you reveal your positions. They could be devastating at range. Так, пока нас никто не видит. Ну давайте попробуем сейчас уйти под деревья. Так, уйти вообще наглухо вот сюда под деревья. Пошли. Единственное, что немцы могли сейчас шевеление наше увидеть, да, и типа это, что вот здесь движение, движуха. Так, давайте проверять, что мы тут видим. Ну, далеко пока. Нас пока не рассекретили. Не увидели, вот не увидели. Пока нас никого не видит вообще. То есть пока никого не видит. Пока никого не видит. Я предлагаю, наверное, пока... Единственное, орудие посмотрим. Орудие посмотрим, ну-ка. Так, вероятность попадания. Навестись типа примерно вот сюда, да? 3-4%. Наверное, подождем. Так, ну а танк. Давайте, наверное, с открытыми люками. Он у нас подъедет вот сюда за дом. Так, развернется. Так, и будет пока стоять у нас здесь, соответственно. Блин, сейчас вот я говорю, вот стрелять не хочу, а сейчас вот как на следующем ходу. И, ну давайте посмотрим. Пока, короче, ждем развития событий. Мы в засаде. Едет сюда. Еще один появился БТР. Еще один БТР. Четвертый. 4 БТРа с пехоты. Этот идет в затылок. Десант не спешивался, не сбрасывал. Так, ну они пойдут к дому. А вообще не проверяют, видите, левый фланг наш. Так, и по полю отдельная группа без БТРа шурует. Аккуратно, да, смотрите, перебежками. А, нет, дальше пошли. Пошли дальше. Тут пока я, видите... Это понятно, да. То есть по легкой бронетехнике мы можем применять пиаты, типа, и гранаты. Потому что они там слабо защищены, это я понимаю. Так, значит, теперь я вот еще не прочувствовал для себя момент открытия огня, то есть в этой игре. С какого момента, будучи там в засаде, можно уже открывать огонь? Пока мы в данный момент, никто нас, видите, не видит. Так, значит, что мы с вами имеем? Так, этот у нас ушел. Этот ушел в сторону БТР. Значит, здесь у нас, как они выглядят, кстати, БТР немецкие. Вот они так выглядят. У-304F. Что за аббревиатура такая? Так, это у нас с вами группы пехоты. Ну и одинаковые, да, 304. Все одинаковые БТР. Давайте, наверное, сейчас, если стрелять, то орудием, естественно, да? Так. 41%. 41%. Yes, sir. Копиатчики. 10%. Нет. Ну, пиат это вообще очень близко. Давайте, наверное, пока они нас не видят, мы в лесу. Группу рассекречивать не будем. Receiving. Так, а вот здесь, вот эта группа. По идее. Может попытаться противника атаковать. Receiving. Гранатой. Ну, сейчас вот тоже, опять же, не знаю, насколько это безопасно. То есть, по идее, мы с вами два очка прикрытые должны быть. Сейчас попробуем гранату закинуть прямо в БТР немецкий. Вот если нам повезет, будет здорово. Если не повезет, то труба. 100% вероятность. Бросай. Так, есть. Забросили гранату и показывают, что одного немца внутри убило. Но они там везут, это самое, группу пехотинцев с собой. Так, одна группа у нас рассекретилась таким образом. То есть наше присутствие уже не является тайной для противника. Сейчас тогда я предлагаю, наверное, так, тетрарх вывести вот сюда. Так, ну-ка посмотрим.
2. Минимальная вероятность. Но тут уже, наверное, деваться. Хотя, рад, ну-ка, реверс, если сдать назад. А, нет, давайте оставим на позиции. Блин, ну, по идее, тетрарху-то... Единственное, захлопни крышку, да. Так, минимальная вероятность, да. Ну, по давлению все равно какой-нибудь будет там, наверное. Огонь. Минимально, короче. Так, здесь молчим. Здесь молчим, потому что пехоты не наблюдаем. Так, орудие. Ну, давай, стреляем. Есть! Блин! Попадание! Двух немцев в батарее убил. Так. Интересно. Так, пулемет не рассекречиваем. Эту группу не рассекречиваем. Так, здесь мы уже походили. Так, здесь сидим пока молча. А, хотя, погоди. Ну-ка, а вероятность какая будет, если из пулемета пострелять вот сюда? Ну-ка. Минимально, да? Минимально. Ну, тогда не будем. Так, а из этого здания... Yes, sir. Ну, тоже. 26, кстати, процентов. Блин, вот если спешиваться будет, будет неплохо. Ладно, давайте, короче, посмотрим на реакцию противника. То есть, все, они видят, что наткнулись не просто там на одиночный выстрел, а уже группа их ждет организованная. Что они будут делать? Спешились. Выскочили из подбитого БТРа. Ну, поврежденного пока не подбитый. Так, пулемет отвечает по орудию. Вот сейчас надо его давить, блин. И откатывается гад назад. Под прикрытие деревьев, зараза. Так, этот БТР все отказался от мысли ехать на левый фланг и выдвигается в нашем направлении. Так, группа, которая была с поля, сваливает и приближается, залегает за БТРом. Так, мы... А, кстати, смотрите, этот, скорее всего, вот с того БТРа, который в Виноградники заезжал. Я так понимаю, они скинули группу. Но нам она на данный момент не опасна, она далеко. Так, интересно. Произошло рассредоточение. То есть мы наблюдаем 5 человек здесь. БТР... А, БТР с пехотой идет? Нет, это отдельно, значит, от него было. Так, эти... вот здесь цель заманчивая, да, конечно. Значит, 3 человека спешилось. И БТР, экипаж оглушен, вероятно. Так, и здесь тоже, смотрите, произошло спешивание с БТРа. Так, и вот тут у нас, блин, проблемка, да? Что делать? Добивать БТР и сваливать или как вообще? Опа. А мы что, не можем уйти никуда? Что, серьезно? А, не, все нормально, можем. Так, можем-то мы, блин, можем. Так, давайте, наверное, сейчас в лес. На один ход, на один этот самый. И граната. Ой, блин, не улетает. Так, 100% плюс 100% по БТРу. Огонь. И чё это было? 100%. Блин, надо было гранаты добивать его. Чёрт, что-то. Ну, видите, я пока не отработал эти механизмы, еще пока не знаю. Так, дальше. Орудие меня интересует. Что вероятность у нас сейчас, возможно... Так, это... Вот это мы видим или не видим, кстати? Так, давайте, наверное, добивать его до конца. Иначе сейчас они оклемаются, и мы тогда... Ну, фигня, короче, получится. Есть! Так, БТР немцы потеряли. Все, сгорел. С экипажем. Так, один пытается пройти мимо нас. Так, применение у нас 18%. Ну, пользуйся, понятно, не стреляем. Так. Вот если он поедет мимо нас, у нас будут здесь шансы применить по нему под 5, я так понимаю. Поэтому перемещаемся на 1 гекс. Так, нас вроде пока не видят. Так, группа, которая находится здесь. Какие шансы? 8, 3, 32. Так, минимально 3, 25. Так, давайте, короче, пока не будем рассекречивать эту группу тоже. Вот, если они мимо нас тут, наверное, пойдут. И тогда, наверное, попадут под огонь. Так, здесь мы из пулемета. Минимально. Короче, что-то все минимально.
Так, танк что может сделать? Так, Беттер от нас ушел, да? Так, а если мы за ним погонимся, что будет? Попытаться обойти противника, допустим. Ну да, вот рванем сюда. Так, Титрар пытается тогда обойти противника. В надежде, что пулемет нашу броню не пробьет, если что вдруг. Так, здесь у нас по-прежнему пока не рассекречиваем себя, сидим. Так, куда немцы ломанут? Ну давайте пробуем, посмотрим. Так, единственное, стоп, вот это, с этого дома пулемет, не посмотрел. Есть, сэр. Так, 50 ДНТ, 13 на 4. Давайте подождем. Да. Меня сейчас интересует, вот именно сработает какой-то перехват или... Блин, еще один бета. По орудию подавление 10%. Еще 10%. Ну, выстрелы, я надеюсь, мы должны сделать будем. Так, идет на тетрарх, идет на тетрарх. Причем не скрываясь, на него идет. Блин, не пошел мимо. Черт, не пошел. Так, ну мимо рощица, по крайней мере. То, что эти делают? Их тут дофига. Так, по идее, они под пулемет должны сейчас выйти. О, есть! Так, блин, тут какая вероятность-то? 4 на 24, давайте стреляем. Ну, есть. Одного убило из группы. Так, одного убило, их стало четверо. Так, еще не забываем, что пятерка вот там находится. Так, эти, понятно, поняли, что пулемет. Решили туда не соваться. Стреляли наших товарищей, которые под деревья ушли. И вот здесь мы несем первую потерю. Да, ну тут вот обидно, конечно, получилось. Так, ну что, значит, у нас рассекретился пулемет, который здесь находится. Давайте, наверное, тогда с него и начнем. Значит, он у нас может поразить. Так, по этой группе не попадет. А вот по этой шансы поразить у нее хорошие. И, кстати, по БТРу. Ну, давайте, наверное, вот по этим. Так, есть. И мы с вами еще два... Ага, все. Из пятерки остается всего один живой фриц. Так, один фриц все живой остался. Так, теперь смотрите. Yes, вот здесь группа с пиатом. Вероятность попадания 62%. Пробуем. Есть! Блин, попали в беттер и все. Беттер сожгли. Так, нифига. Прикольно. Работает. Я просто первый раз попадаю из пиата. Ни разу у меня не получилось применить его. Всегда его немцы... Ну, я их пытался в здание там запихнуть. Так, короче, смотрите. Да, немцы теряют полностью сгоревший БТР со всем экипажем. Так, отличненько, господа. Так, теперь у нас, соответственно, группа прикрытия пиатчиков может выдвинуться. Ну, какие шансы вот здесь вот? 30... Она... Можно стрелять прямо отсюда. У нас 3 винтовки, пистолет, пулемет. Огонь. Не ожидали! А, не ожидали, фрицы! Эй, двоих. Загасили двоих. От группы один остался. Так, дальше. Вот это наша тройка, которая понесла потери. Значит, если она будет вести огонь по вот этим товарищам. Минимально, да? Так, минимально. И БТР, блин, гад живой. Давайте тогда ставим задачу добить БТР, наверное. Приближаемся к БТРу. Да, видите, он за пулеметом фриц сидит в БТРе. Вот, и применяем тогда гранату сюда. Пошла. Есть, убила. Фриц убила. Все, экипаж нет, БТР подбит. Вынесли им БТР. Вынесли им БТР. Так, и теперь у нас дуэль, судя по всему, тетрарха с вот этим бетером. Наверное, мы с вами к нему развернемся в обовой все-таки. Вдруг там прострелят. Наводимся на него. И стреляем. Блин, и не попадаем. Ё-моё, ну что ж такое-то? Так, дальше. Что у нас видит орудие? Так, орудие у нас с вами... Ну, противотанковое. Оно противотанковое. Так, оно противотанковое. Я даже не знаю, что имеет смысл стрелять-то. А, имеет смысл стрелять, да, все. Ликвидировали, попали, молодцы. Так, ну теперь что у нас здесь получается? Так, пулемет, который находится здесь. Так, здесь мы не добьем, здесь не добьем. Так, это нет. Ну, в зоне у нас с вами там минимальные шансы.
Ну, тогда и не будем светить, если минимум. Так, и тогда у нас, походу, наверное, вот эта группа, которая здесь сидит, она, скорее всего, лишняя получается. То есть, вот как я и говорил, то есть она не пройдет, ну, лишняя получается. Так, давайте-ка ее, наверное, попробуем сейчас. Вон туда, огородами. Побежали. Можно танк, конечно, было подогнать, но танк у нас сейчас здесь занят. Так, ход противника, наверное, на этом. Блин, еще один беттер появился. И, ну да, мы на окраине, видите, сидим. Еще один беттер, блин, еще один беттер. Так, и орудие просто расфигачили. Нам орудие сгасили. Так, а вот так уж красиво шло. Так, этот откатывается. Этот откатывается. Так, здесь один недобиток. Так, и пятерка здесь. Блин, ну видите, под пулемет они не полезут ни хрена. Так, здесь. Ну и мы теряем. Все, да? Ну тут, видите, ситуация, да. То есть, нет, один остался живой. Один остался. Так, что значит мы по противнику с вами имеем? Мы имеем группу 5 человек здесь. Значит, БТР нарисовался. А, это... Ё-моё, слушайте, это пушечный уже... Да. Так. С 20-миллиметровой автопушкой. Блин, они не дураки были. Блин, они сначала посмотрели. Блин, пушку нам может не светить вообще. Хотя, как ее не светить, все равно увидели. Так, здесь, значит... О, а здесь вообще СПАК-36 противотанковый приехал. Так, а здесь... Тоже 20-миллиметровка. То есть первая волна у них была, грубо говоря, пулеметная, а сейчас у них, блин, с пушками. Так, пушка у нас наша, все, йог. Так, тогда, наверное, не имеет смысла туда двигаться. Так, возвращаемся назад. Так, вернулись назад. Значит, тетрарх с этой позиции. Блин. Ну-ка. 22% огонь. Но нет, не попал. Так, не попал. Так, один боец, который у нас здесь, что он может сделать? 30% гранат. Да, фигово. Потеряли, считай. Потеряли. Так, пулемет светить смысла нет. Так, пулемет смысла нет светить. Значит, здесь мы, наверное, сейчас загасим вот этого. Есть, этого фрица убили. Так, и что нам делать с расчетом ПИАТ? Немцы же знают, да, что здесь ПИАТчики находятся. То есть мимо, наверное, теперь они нифига не полезут. Так, выбегать куда-то, бегать с этой трубой мы тоже, наверное, ничего не сможем сделать. Поэтому давайте мы сейчас вглубь немножко вот сюда переместимся и все, и сидим здесь, блин. Ничего не отсвечиваем. Так, расчет пулемета, который находится у нас здесь. Так, здесь не видим. Там шансы, понятно, минимальные. Сюда не попадем. Так, пока пулеметы не трогаем. Так, этот не рассекречивали, это не рассекречивали, это не рассекречивали. Переход хода. Так, куда они там попрут? Ну, прямо сюда не поехали, смотрите. Один туда пошел. Второй куда поедет? Ага, по дому отработал. Сейчас, наверное, нужно пулемет немножко переместить. Блин. Автопушкой прочесали вообще рощицу. Ну все, что у нас? Один танк остался. Так, подавление. Так, друзья, ну что мы с вами тут имеем? Значит, противник серьезнее, чем мы думали. Так, в принципе, у нас единственное, что подставился вроде под огонь, вот этот беттер немецкий. 80% огонь. Так, и мы, соответственно, его уработали. Все, этот уже не поедет, по крайней мере. Так, дальше. Боец, который здесь, ну, ему, наверное, перестреливаться, наверное, смысла нет. Так, давай у нас вот сюда, вглубь отойдет.
Блин. Так. И он 5 человек фрицев перед ним. Ну тут только подрывать все гранаты нафиг. Ну, как-то так. Так, а можем мы ему помочь вот из дома, нет? 4, 3, минимально. Ну тут уж, наверное, надо пытаться выручать. Огонь. Открываем огонь. 20% подавления. Ну и здесь уж, наверное, тоже скрываться особо нечего. 20% подавления. Ну, я думаю, что вряд ли его-то спасти может. Так, мы, к сожалению, получается... Так, а ну-ка, ну попробуем. К орудию мы не можем выскочить? Окупай не включается? Не, не включается. Единственное, что мы можем домой гранату кинуть. А что это нам даст? А ничего нам это не даст. Нет, ничего это нам не даст. Толку с этого. Короче, орудие все, видите, нельзя его занять. Я думал, можно выскочить орудие занять. Нет, орудие не занимается. Так, значит, у нас... Yes, sir. Ну и статус они потеряли, да? То есть, да, этих видят, и этих видят. А куда тут деваться, я хрен узнает. Так. Я даже не знаю. Ну давайте вот сюда сместимся. Ну это без такого. Так, здесь. Минимальные шансы. Так, уходить. Ну а здесь куда уходить? Некуда уходить. Некуда уходить. Давайте вот сюда переместимся. Минимальная. Ну все равно они нас видят, так или иначе. Так, и пулемет, который здесь находится. Значит, его надо сейчас будет, они, видите, за него взялись, поэтому мы его переносим вот сюда. Это должно нас уберечь от пушек. Так, ну и может быть, вот эта группа пехотинцев, если сюда пойдет, то мы ее поймаем тогда в прицел. А пока все, больше я ничего не сделаю. Обратите внимание, что не лезет, там крейсерирует, то есть... Не подходит нифига. Ну и вот нам, да, последнего бойца убило. Так, ну, подходит. Перехвата нет, не сработало. Убивает последнего нашего бойца. Так, то есть тут у нас вот 8 человек. Прямо за... Ну и сейчас они возьмутся за пиатчиков. Так, мораль у нас все на 2 единицы осталось морали. Значит, у нас пулемет здесь, 2 человека с пиатом здесь. Так, ну и все остальные, получается, здесь находятся. Так, я предлагаю доконать БТР. Так, БТР все готов, сожгли. Экипаж уничтожен. Так, теперь пока мы видим информацию, что противник у нас здесь находится, давайте, наверное... Работаем из пулемета сюда. Ну и ничего это не дает. Ничего не дает. Но они только там парализованы немножко. Так, группа с пиатом это спасти не может никак. То есть она может только отойти вот сюда. Так. Да, а если она вылезет, их видят немцы вот отсюда. Yes, так, и мы попробуем сейчас обстрелять вот отсюда, из пулемета. Так, есть, накрыли. Одного немца удалось уничтожить. Yes, sir. Собственно, все на этом. Переход хода. Автопушка. И, блин, она расстреливает нафиг сарай с нашими бойцами. Вторая. Все, группы там нет. Ну, блин, с 20-мм автоматов сарай просто расфигачил вообще вдрызг. Так, 4 человека сюда приближаются. Работает по группе с пиатом. Так, ну-ка, блин, ну это смелое решение. А, ну что смелое-то, они сарай-то вынесли нафиг. Так, значит, 8 по-прежнему у нас здесь в районе вот этой рощицы.
Мораль у нас падает до единицы. Ну, неудивительно, что остался у нас расчет. Пятеро. 5, 9, 12. Ну и, соответственно, экипаж танка. Да, то есть сарай расфигачивает вообще вдрызг. Так, ну-ка, что у нас, смотрите, здесь? Если мы отсюда видим? Нет, вообще нет. Не видим. Так, значит, нужно пулемет переносить. Возвращать его сюда. Так, перенесли пулемет. Видим теперь? Теперь видим. Огонь. Так, есть. Двоих. Двоих немцев зафигачили. Двоих. Осталось от этой группы два человека. Yes, sir. Так, группа с пятым. Группа с пятым. Блин, куда? Куда бежать-то, ё-мо? Отстреливаться. Ну так, чахленько отстрелялись. Так, теперь, значит, пулемет, который здесь у нас стоит на втором этаже. Вот этих можно, гадов? Нет, они в мертвой зоне. И туда идти, блин, как бы тоже ничего хорошего не даст. Так, ну-ка, что нам танк? Что нам танк скажет? Видит огонь. Так, есть, накрыли группу, один там фриц дохлый. Так, эта группа что у нас может сделать? Так, туда никого. Так. Блин, а вот, может быть, ее раньше надо было... Хотя, а что толку-то? Ну, туда бы они добежали и все. Так, до сарая бежать. Так его сейчас, опять же, очередями размолят нафиг. Так, давайте сюда перемещаемся. Так, огонь нет. Сюда нет. Дымовуха. Что даст дымовуха? Закроет от этих самых, наверное, если что. От автопушки. Ну, давайте дымовухи. Пошел дым. Все, больше ничего сделать нельзя. Переход хода. Так, бетер. Попадание. Пока непонятно. Так, пулемет. Не подъезжают, смотрите, вообще не подъезжают на дистанцию какого-то применения по ним огня. Так, два человека здесь. И четыре человека упорно к нам сюда продвигаются. Так, по пиатчикам, которые там деться никуда не могут. И тройка, сейчас, наверное, зайдет. Так, на окраине. Ага, обстреляли. И еще четыре человека, которые с того бетера подошли. Еще целая группа подошла, четыре человека. Так, они по зданию ведут огонь. Так, господа, ситуация, блин, паршивенькая. Так, ну что, на пулемета уповаем, что он расфигачит вот этих вот. Нагло совсем. Есть, положили. Все, группу положили, оба мертвы. Так, этих мы положили. То есть сейчас в ответ главное пережить очередь этих самых. Так, теперь дальше. Из этого пулемета работаем тогда, наверное, по вот этой группе, да? Да. 25, не, вот по этой. Есть, одного фрица грохнули. Так, эти наши бойцы. Минимально 24, 23. Давайте по тем. Так, нет, подавление только. Так, ну а здесь тогда мы с вами реверс. Давайте включаем реверс, откатываемся сюда. И можем еще работать, пока они в сарай не заскочили. Огонь. Нет, подавление. Чисто только подавление сработало. Yes, sir. Так, пятчики. Сюда стрелять не могут. Блин, ну ребят, зажали-то, да? Так, давайте за бета, что ли, спрячемся сюда. Так, минимально. А ни хрен открыто, да? Все, ход.
Так. Ну вот, да, цена. Короче, в пулеметном расчете одного человека убило. Так, в этих заросли спасли. Хотя вот если бы они еще деревья крошили, было вообще прикольно. Так, эти четыре человека выскочили вообще очень борзо на танк. Так, двое оставшихся здесь дальше отошли. Но вот эти умные ушли назад. Так, а эта четверка что будет делать? Так, а это к пиатчикам приближается. Хочет, наверное, живыми гады взять. Так, значит, мораль по-прежнему один. То есть нас, видите, единица отделяет всего от поражения. Так, значит, что мы с вами можем сделать? Так, танк. Ну, я надеюсь, стоп, погоди. Они под пулемет выскочили, нет? Нет, не под пулемет они выскочили. Так, пулемет работает вот сюда. Есть, одного. Ну, одного. Одного только удалось. Так, группа, которая сидит рядом. Помогаем. Без результата вообще. Так, дальше танк открывает огонь у нас по вот этим вот. Огонь. Есть, есть. Двоих. Двоих положил. Двое еще осталось живых. Так, и остается у нас, получается, расчет пулемет. Ну, пиатовцы, да, пиатовцы. Ну, тут уже самооборона. Давайте, короче, навстречу. Потому что иначе тут все равно нас зафигачат. Так, стреляем. Нет, подавление просто. Так, и пулемет, который здесь. Пулемет, который здесь. Пулемет, который здесь. Отводим. Так, его перемещаем мы с вами. Давайте, да блин, его мы сюда. Так, главное, с дуру из дома не выскочить. Так, с этой позиции мы там не видим, ничего не видим. Вот этим, но минимально. А, нет, смотрите, есть удачный выстрел там, что-то счастливый выстрел. Одного фрица завалили. Переход. О, блин, оглушен у нас экипаж. Тетрарха. Так, 20% подавления, но не попали. Так, пиатчики еще одно попадали. Серию этих самых выдержали. Так, и последний фриц у нас идет к домику, блин. Прямо у него находится. Двое здесь. Эти что-то дрогнули, смотрите, отходят. Так, и трое. Трое все-таки приближаются упорно к нашим бойцам. Так, что мы имеем? Мораль по-прежнему у нас единица. Так, танк у нас все, видите, блин, к сожалению, хана. Ну, короче, труба. Так, дальше. Здесь мы, если... Нет, не получится. Так, здесь с этой позиции мы ничего не можем сделать, никуда попасть. Отсюда тоже все блокировано. Так, этот пулеметный расчет, в котором осталось два человека. Блин, 5%. Блин, они в упор подошли, слушайте. Двое наших против троих этих. Стреляю. Убили. Раз, два. Три, все, расстреляли. Кинжальным огнем положили всех троих. Ну, теперь ответку только пережить им надо будет как-то. Так, по тому мы отсюда... Не? Не, не получится. Так, и пулемет мы с вами вообще переносим тогда вот сюда, чтобы нам его не разобрали. Так, остается у нас только вот эта группа из... Так, 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 так. Я бы сейчас в дом бы, блин, запульнул, но... Там эти же влезут. Один он, правда, всего. Не, наверное, надо. Погоди, надо, надо. Иначе из дома потом не выбьем нифига. Так, занимаем дом. Я думаю, втроем они... Блин, я пулемет послал. Тьфу ты, блин, я пулемет послал. Я пулемет послал, блин. Что я сделал? Так, ладно, переход хода. И, судя по всему, хана. Танк наш с экипажем вместе. No well, все, проиграли. Да.
Сегодня тоже не повезло, но противник был тоже на такой же грани, с единицей морали. Вот. С единицей морали. То есть мы с вами в этом сценарии потеряли 20 человек. Так, ну да-да, сразу эту цифру пишем. Значит, потери у нас 20 человек. 20 человек, потерян танк, тетрарх. И 6-фунтовка, да? ПТ-шка. Так, ну, 5 там, блин, считаем. Я думаю, пулеметы 5 там считать не будем. Так, противник за это дело заплатил с потерями 36 человек. То есть вдвое больше, чем мы, но тем не менее выиграл, видите, по очкам получается. Так, потерял он, значит, один БТР вижу, второй БТР вижу, третий БТР вижу, четвертый БТР вижу. 4 БТРа, да, получается? 4 БТРа. Так, больше вооружения у него не было. Значит, так, 36 человек, БТР с экипажем, значит, пулеметный расчет. БТР с экипажем, БТР с экипажем, пулеметный расчет, БТР с экипажем, пулеметный расчет и две группы пехотинцев. Так, смотрим, что у нас с вами на поле боя получается. Как трактуем результаты с вами. Значит, ну видите, они очень грамотно сделали, они свои эти пушечные БТРы, да, видите, близко даже не стали подпускать, они издалека встали и расстреливали. Очень правильная, грамотная тактика. Вот тебе, пожалуйста. Так, значит, здесь у нас получается 2 оставалось с пулеметом. А, они с пулеметом были. Так, вот здесь у нас, блин, ситуация патовая такая, да? Один фриц здесь, трое здесь. То есть вот здесь бы... Вот, может быть, его бы хлопнули, и у них бы мораль просела. Так, на этом фланге никого не оставалось. Значит, получается, друзья, смотрите, какая ситуация. Значит, фрицы у нас все далеко. Далеко пехоту, они все растеряли. То есть пленных с нашей стороны, я думаю, не будет. То есть, пользуясь вот такой ситуацией, что БТР их не рискует приближаться, да? То есть мы с вами трактуем, что наши оставшиеся бойцы через вот эти виноградники такие отступили и ушли к своим. Но здесь то же самое, да, с пулеметом тоже вдоль дороги отошли. То есть ни немцы не рискуют приблизиться, ни мы, соответственно. То есть, по сути, это так один-один вообще надо трактовать. Ну ладно, проиграли. Да, позицию-то мы оставили, которую должны были удерживать. То есть у нас, получается, ушло 4 человека отсюда, трое, семеро, 9. 9 и 11. 11 человек. То есть считаем, совпадают у нас цифры. Да, было 31. 20 у нас потеряно. И 11 человек ушло. Потеряли орудие, потеряли танк. Вот. Вынесли 5 с собой. Вот немцы с собой потеряли, да, 4 БТР. Правильно. Значит, один мы здесь сожгли. Здесь второй горит. И 2 очень живописно горят вот здесь. Ну, я рад, по крайней мере, что испытал ПИАТ. Да, реально работает. Первый раз попал вообще. Так, вот 4, соответственно, мы сожгли. 4 наши. Так, друзья, вот такая вот у нас с вами ситуация. Сейчас я, соответственно, эту картинку тоже сейчас я обсчитаю, да, занесу в таблицу. И на этом мы с вами закончим. Итак, друзья, итоговый счет. Подсчитал я тут наши очки. Значит, картину. Давайте я сейчас выхожу отсюда. Так, все. Ревью Battlefield мы посмотрели. Так, все, выходим. Сейчас итоговая картинка на сегодняшний день. Вырисовывается следующее. Итак, у нас вторые сутки. Вот этот бой открыл вторые сутки боев, да. То есть это мы будем считать на рассвете, да, у нас бой получился. Значит, по итогам шестого сценария счет 4-2. Пока в нашу пользу. То есть немцы имеют еще хороший шанс отыграться. Значит, потери в этом сценарии наши. 20 человек личного состава, 1 танк тетрарх, 1 противотанковое орудие. Немцы потеряли, соответственно, 36 человек, 4 бронетранспортера. Но надо сказать, что этот вот бой лучший из того, что я вообще играл. Потому что у меня редко получалось хотя бы один БТР подбить. Вот. С пехоты еще туда-сюда какие-то прятки. А вот БТРы меня выносили даже без этих пушечных. Так, итого мы за 6 боев вот на вторые сутки имеем следующее. То есть наша бригада... Которые вот я командую, ну, вместе с парашютистами, которые нам подчиняются, совокупно потеряла 74 человека убитыми, ранеными, 9 пленными. Потеряно 4 танка, 2 самоходные артустановки, противотанковое орудие, 1 танк был захвачен в прошлом сценарии. Немцы за это время, то есть наша бригада, нанесла урон немцам в 97 человек убитыми, ранеными, пленными.
Два танка удалось уничтожить. Блин, БТР не писал. Короче, 97 человек, два танка, 4 бронетранспортера, штурмовое орудие и 2 противотанковых орудия. Вот, в принципе, такие результаты на сегодняшний день имеем. Сейчас я подправлю с БТРами. Блин, надо внимательнее составлять сводку. Так, значит, следующий сценарий, который мы с вами будем играть, это Нофюртер. Что это такое, непонятно. Что-то атака на деревню. На смешанные немецкие силы, я так понимаю, будут. То есть вот следующий сценарий у нас будет посвящен вот этим событиям. Все, друзья, на сегодня все. Спасибо всем огромное. Ну, надеюсь, понравилось, потому что ну, игра реально прикольная, видите. Вот, то есть... ну, и результат самое главное, что непредсказуем. Значит, в следующей четвертой серии будем играть сценарий номер 7, получается. Все, ребят, на сегодня все. С вами был Волк. Всем спасибо, всем пока.